конкретно через кого может идти игра и пробует бросать ускользающий шайб. Ну, Карсус. Вишневский. Вот, леворукий бросил. Пойдет Никонцев. 5-1. Никонцев сегодня две шайбы в большинстве. Но вот первая шайба — атака сходу. Никонцев убежал от всех. Ну, а здесь спартаковцы классно разыграли эту комбинацию. Ну, вот так надо было минчанам. Тоже сегодня было большинство 5-3. Почти 2 минуты. Праворукого забил леворукий. Вот так. Ну, конечно, тут все сработали. Вся пятерка сработала у «Спартака», и те, кто начинал эту атаку, кто сначала придержал шайбу. Ну и, конечно, вот эта передача Хохлачева с разворота, с неудобной руки, тоже заставляет как-то восхититься вот этой результативной передачей. И еще раз с этого ракурса. Ну, здесь, конечно, комфортно было Никонцеву бросать правый от вратаря угол. Ну и, в общем-то, седьмая шайба.